Хочу спать. Что со мной может быть? Ты меня поднимешь? Нет. Я тебя не подниму. Хоть кто-то тут не голый, блин. О, салям. Хай. Да тут много кто не голый, ты просто на голых смотришь только. Да, мой дружок. Я не голый. Тебя не спрашивали, голый ты или нет. Подними, давай пообщаемся из-за этих голых. Что так быстро? Голых. Минут 10 листаю. Ну, что-то мне такое не попадалось. Такое туристское. Я еще думаю, кто мне это пишет? Подними уже. Нет, я не могу поднять, я не буду поднимать. А почему у тебя здесь топ-корона и вот этот вот ободочек? Я не поняла. Психопат. Спасибо большое. Приятного было. Спасибо. Не поднимай, а то увидишь кое-что. Как будто я кое-что не видела. Спать ложись. Мне не спится. Хотя мне спится. Скоро пойду спать. А где видела? Что тупые вопросы, господи, я не могу. Хочется ответить, но я не отвечу. Ты замужем? Нет. Парень? Да. Скинь, пожалуйста, 50 рублей. Больше тебе ничего не скинуть. А, понятно. У меня есть 5 мужей. Если хочешь, будь шестым. И девушка, красавица, ты мне очень нравишься. У меня есть 3 жены. А четвертый будешь ты. Уважай, мужа, у меня есть 5 мужей. Салам. Я не психопат. Спишь в квартире. Алейкум салам. Прикинь. Психопат. Девушка, как у тебя там? Прямо между мной я ей говорю, как там. Все нормально. Спасибо, что беспокоитесь. Этим всех обманывают. Ну как не любить этого человека? Ну как не любить этого человека? Говорю, что? Че? Влюбился, говорю. Не надо. Слушай, подпишись ты мне, нет.
Люблю твоя между ноги, милая. Иди купи себе словарь русского языка, пожалуйста. Сделай что-то хорошее. Могу бутылку колы одной рукой поднять. Блядь, иди нахуй. Тебя не ебёт. Вот заставляют меня говорить ужасные вещи. Ну, что я сделала? Вместо того, чтобы выгнать, я его администратором сделала. Власти хочу. Не матерись, власти хочу. Но я не матерюсь. Я люблю твою сестру между ногами. Пожалуйста, можете любить ваших сестер, не знаю, чужих сестер, всех, только не в моем эфире. Вообще не задевайте сестер, с ума сошли. Пьер, держи, я сейчас тебя тоже выкину, если ты не перестанешь нести бред. Обожаю кол. Сейчас психоз. Психоз, ты тут? Психиатр. Вот моя любимая кола. Добрая. Добрая кола. Просто топ. Мне очень нравится. А вот иранская кола, она на вкус как нефть, что ли, что-то такое вот мне напоминает. Сейчас люди подумают, что я нефть пила. А ты мне нравишься, нравишься, нравишься. Доброй ночи. Добрый, добрый. Вот тоже не стигают сразу. Привет. Откуда у тебя столько денег купить колу, говорит? Натуре так спросили, как будто колу миллион стоит. Ну, как бы, знаете, могу себе позволить большую бутылку колы. Не каждый себе может позволить. Да, там прям, вот 1,5 литра. Ты не догоняешь, что? Что не догоняем? Я какое-то сообщение пропустила. Ну, с мата полтора. А, в смысле? А, вот там полтора. Полторы для меня. Я не русская, мне можно. Я постоянно в жизни отстаю от цели. Себя как-то где? Как догнать? Не знаю.
Надо тут мои ошибки исправлять. Я сказала полтора, по-моему, сказала полтора, значит полтора. Астхани. Нет. Нам не русским 70% скидка. Быстро. Нам не русским все 99% скидка. Ребят, помогите мне тоже за один кол купить. Кол вредный для здоровья. Может, ты вредная?